Всем привет, мои дорогие, с вами Таурус2190, и я возвращаюсь, вы меня давно не видели, я вас давно не видел, вы представить не можете, как я по вам соскучился, как я заскучал за летсплеями, за эти дни, когда я ничего не записывал. Опять же, у меня были возможности записывать летсплеи только вечером, когда я возвращал стол на место, подключал компьютер, но, честно говоря, на тот момент просто уже не было сил, хотелось спать, я зевал. Вам хочется слушать зевающего Тауруса, который будет постоянно зевать? Кэп, очевидно, с действий. Я не думаю, на самом деле, ребят, что вам это будет приятно, и поэтому все-таки несколько дней не записывал, и все еще не закончилось. На самом деле, просто сейчас, опять же, небольшой перерыв, а потом нужно будет снова убирать компьютер, у меня снова к нему не будет доступа какое-то время, но, опять же, я постараюсь все-таки, наверное, хотя бы по вечерам, ну, хотя бы один эпизод какого-то летсплея записать. Вот, но это осталось вот так вот, такое положение вещей осталось недолго, потому что моя комната скоро станет готова, с окнами все будет в порядке, и я думаю... Хотя бы тогда я смогу нормализовать свой график, свой процесс рабочий, летсплеерный. И вы будете от меня видеть по 2 видео минимум в день. Ну а пока я опять же могу только перед вами извиниться за такой перерыв. Надеюсь, вы обо мне не забыли. Ну и давайте, сколько можно, блин, болтать своим языком. Я уже отвык немножко, если честно. У нас появилась стадия Брейкмана. Я, если честно, пока понятия не пойму, что это такое. Мы, как вы помните, прошли 4 дополнительных появившихся уровня. И после них появился некий Брейкман. Человек в красном шлеме. Да, с таким шарфиком на голове. Давайте попробуем запустить его. Сразу битва. А, да-да-да, ребята, там в комментариях уже заспойлерили, что это и есть протомен. Я так понял, тактика битвы с ним не изменилась, но теперь он хотя бы в момент своего прыжка... Я прошел эту стадию. О нет, говорит доктор Уайт, сразу после того, как мы получили последний элемент, Вайли сбежал с гаммой. Это опасно, ребята, сбежать с гаммой это... чертовски опасно, я не знаю, правда, что это такое. Фирменная летающая тарелка доктора Вайли, и вот он появляется и играет с нами своими бровями. Я вот думаю, он флиртует с Мегаменом. Это немножко странно, вам не кажется? А вот, ребята, снова те же стадии, как предыдущие во второй части Мегамена. Так, давайте сохранимся и теперь продолжим. Мы уже, ребята, близко к завершению и третьей части Мегамена. Конечно же, если бы я записывал по 3 видео каждый день, я бы намного быстрее проходил всякие игры, и намного больше летсплеев у меня было бы сейчас, намного больше подписчиков, намного больше всего. Так, взяли жизнь, возвращаемся обратно. Я не знаю, что нам предстоит, но судя по тому, что это уже начали стадии доктора Уайта... О, Уайта, Уайта хороший, а вот доктор Вайли... Так, Человек-Луна, блин, какой Луна? Юла. И это не человек, а просто обычный босс из той стадии. И нужно аккуратно бить его, чтобы юлы не добрались до нас. Да, вот так вот прыгивать. А, нормально, я перепрыгнул. Так, ребята, я сейчас немножко уже отдохнул от несовских игрушек. И теперь я готов рвать и метать просто всякие эти игры. Я надеюсь, что у меня будет все получаться. Так, пришло время, по-моему... А, или еще не пришло время. Так, опасно, опасно, ребята. Сможем перепрыгнуть, я надеюсь. Смогли. Просто сейчас, опять же, да, вот такие вот твари типа пингвинов появятся и начнут меня скидывать, я ж знаю. Я уже все знаю, ребята. Если эти пингвины правда думают, что они такие непредсказуемые, то они жестоко ошибаются. Блин, вот подло-то как, а? Так, хорошо, можно прыгать? Блин, опасно. Хорошо, есть. Взять жизнь, чтобы после этого умереть? Глупо. Так, хорошо, как мы проходим-то? Трубы в стиле Марио. Что они здесь делают, я не понимаю, конечно. Так. Перчатка сможет разбить вот это вот... Стоп, я не хочу обратно. Там много пингвинов. Несовские игры приучили меня всегда бояться пингвинов, хотя я их всегда любил. Ну, как бы, пингвины такие забавные птицы, не правда ли? Так. Ага. Оу, сколько здесь всего интересного. Так, наверное, надо это все взорвать. Все надо разбить, все нужно разрушить.
Представьте, сколько доктор Вайли или кто бы то ни было, его какие-то строители пытались строить это все, старались, правильно? А я беру все и разрушаю просто. Так, может быть, сначала давайте наверх я поднимусь, а потом в среднюю часть. Так, что ж так долго, собака моя, Раш? Так, вы меня, если честно, сейчас видели. У меня просто нету шторок на окон, на окнах, и поэтому... Аккуратно, хорошо. И поэтому солнце просто разжигает мне глаза сейчас. Я просто, у меня сверху на наушниках еще, вернее, я одел себе кепку, а сверху еще наушники. Если бы вы меня видели, это, конечно, забавно что-то. Так, что лучше мне потратить? Да, в принципе, ничего. Давайте тогда перчатку и потратим, вдруг она нам пригодится. Не знаю, пригодится или нет. Так, у нас аж 4 Energy Tank'а. Это просто шикарно. Представьте, с каких мы можем убить... Оу, стоп. Как мне перепрыгнуть тут? Тут просто очень опасный участок игры. Я вот думаю, может... Ай, сохраниться, если что, перезагрузиться. Я не пойму, я смогу сразу же прыгнуть после того, как... Смог, хорошо. Фух, блин, я думал, не успею просто и упаду на эти колья. Хорошо. Готовься к смерти, хоть ты и бронированный, но когда ты открываешь свой глаз... Ты перестаешь мне быть страшным, серьезно тебе говорю. Так что оставь эти свои попытки. Это выглядит очень глупо с твоей стороны. Глупо и беспонтово. Так. Мне все равно. Так как... Я думаю, офигеть, конечно. Как мне... Что мне с ним сделать, а? Так. Хорошо, вот так вот сделаем. Так. Нет. Нет. Черт. Сейчас, хорошо, давайте посмотрим, что он делает. В принципе, раз, два, три. Хорошо, тут не сложно. Главное не затупить. И там тоже, в принципе, не сложно. Вот и все. Так. Давай. Вот и все, господи. Это они пугают меня таким способом. Так, что мне нужно пополнить? Ну, думаю, может, собачку на всякий случай пополним. В принципе, тут ничего такого нету. И сразу же давайте пополним вот эту вот штуку. Все, мы в полном боеоружии, уже босса. У нас из жизни. И у нас 4 Energy Tank'а. У нас 3 больших жизни. Это, блин, просто что-то с чем-то. Я горд за себя. Так. Надеюсь, драться не придется. Так, что делать? Какая-то огромная, знаете, что мне там... Так, торнадо из-под земли вылетают. Так, черепахи. Ага, убийство черепах отнимает у него ХП. Не знаете, это что напоминает? Знаете, вот эти вот автоматы есть, где вот такими штуками вытягиваешь мягкие игрушки. Так, а черепахи-то ускоряются. Кто сказал, что черепахи медленные животные? Кстати, я бы хотел сразиться на стадии... пройти стадию Тортлмена. Человека черепахи. Да ладно. Неужели перерыв такой, этот отдых на меня так благотворно повлиял, что я сейчас такой жесткий? Офигеть. Посмотрите, как мы легко проходим. Ни одной смерти, мы уже прошли две стадии. Так. Так, ну не знаю, можно ли считать стадии стадию Протомена, которая... Так, мне кажется, направо надо. Вот не знаю, скромное такое ощущение. Так, хорошо. Все, давайте сохранимся, остановимся и возобновим запись, чтобы не было искажений. Окей, поехали дальше, друзья. Вы знаете что? Во-первых, в завтрашнем подкасте как бы новостей много не будет. Я там в основном порассуждать кое о чем хотел. Вот, ну так, по мелочи. Так, зря я сюда пошел, наверное. А тут же нечего мне ловить вообще. Так, хорошо. Блин. Я забыл, что хотел сказать. Вроде что-то важное, что-то и нет. Вот, да. А, там жизнь была. Давайте все-таки туда поднимемся, да? Ладно, мы никуда не торопимся. Блин, я начинаю забывать, что мои летсплеи это... Не летсплеи, которые делают люди, чтобы побыстрее закончить игру. Мои летсплеи, это всегда... Я позиционировал их с самого начала как летсплеи, которые... В которых я никуда не тороплюсь. В которых можно показывать... Все. Ладно, черт с ней с той жизни, серьезно вам говорю. Черт с ней. Я просто говорю, что иногда перерывы благотворно влияют на качество работы. Потому что... Честно говоря, за последнее время у меня немножко потерялся энтузиазм, и
само прохождение NES-овских игр мне не приносило такого удовольствия, как ранее. Все потому, что зачастило, я переел вот этого процесса, понимаете? А сейчас мне снова кайф. Я играю в Mega Man, я действительно кайфую. Кайфуем, сегодня мы с пчелами кайфуем. Так, аккуратно, замечательно. Так, давай. И правда, я и лучше играть стал, возможно. Может, конечно, мне это кажется. Сейчас пчелы убедят вас в обратном, серьезно говорю. Так. Так, а вот тут, наверное, придется пролететь немножко, да? Так, стоп. Блин. Вот я ж так не люблю пчел-то, а. Хоть вы и мед даете, а я мед, кстати, не люблю. Вот и все. Вот и все наши дела. Так. Jet Rush. Rush Jet, я бы сказал, даже. Так, мне нужно сюда. Обязательно так. Так, что свалишь ты? Так. Сейчас, секунду. Это мы, во-первых, берем. А вот тут мы пополним нашу собаку. Она упадет сюда, хорошо. Очень аккуратно. Так, мне, наверное, здесь долгие полеты. А, стоп. Че, я стою на месте? Хорошо. Боже мой, сколько энерджи тенков. Твою мать, а! Я случайно отменил собаку и возвратил ее по новой. Приходится отсюда начинать. Боже мой. Придется, наверное, перезагрузиться, я даже не знаю. Но сейчас я оттуда в любом случае вернусь. Обидно, блин. Вот че ж так тупить? Так, хорошо, теперь я буду аккуратнее, чем был, потому что то, что было до этого, кроме как позором, никак нельзя назвать. Боже, сколько здесь бонусов-то, а? Боже, уже босс. Черт возьми, как я хорош, я чертовски хорош. Так, сохраниться надо. Мне не нужен Rush. Что мне вообще нужно от моей жизни? Sparkman мне нужен. Так, знаете что, я так и знал, ребята. Это желтый дьявол. Вы помните его? Боже, это же желтый дьявол. Это желтый дьявол. Кстати, он немножко видоизменился, мне кажется. Легче он стал. Я там так прыгал в первом Мегамене, пытаясь его убить. Так. Тут, вероятно, тоже придется много прыгать. Так, мне нужно знать хотя бы, чем его убить. Слабость его, понимаете? У нас много энерджи тенков, так что в крайнем случае мы сможем легко их использовать. Больше не летают вот так вот неожиданно, как раньше его части. Помните, как раньше было? Теперь от него легче увернуться. Да что ж ты будешь делать? Я не могу понять. Эй, стоп. Что это было? Ух ты. Такого еще не было, друзья. Так, чекпоинтов здесь нету. Но я там сохранился. Давайте я за кадром проверю, чего он боится. Потому что это будет очень долго, если я буду это проверять в прямом эфире. Вот, и вернусь сейчас к вам. Так, друзья, против него работает кулак. Кулак кого? Хардмена, да? Я так понимаю. Я просто это понял и решил не продолжать битву, а сразу же перезагрузиться, чтобы вы воочию увидели, как он на него работает. Хотя, конечно же, тяжело попасть по нему, потому что он закрывает глаз, и это не очень хорошо. Я просто, знаете, помню, как мне сложно он дался в первой части, сколько на него нервов ушло, сколько на него ушло попыток пройти этого босса. Это было просто невероятное что-то. И поэтому, в крайнем случае, я использую, может быть, даже два Energy Tank'а, чтобы убить этого босса. Потому что, ну, сейчас я-то сильно не буду специально тратить жизни. Буду стараться увернуться, конечно же. Просто я не вижу, откуда будет вылетать. Так, это я протупил сейчас немножко. Хорошо. Ага. Вот, хорошо. Стоп, нет, ничего хорошего. Ага, есть немножко. Блин, не успел. Ну, видели, попал все-таки. Хотя бы попал. Аккуратно. Я очень сейчас внимательно смотрю прямо на его ноги. Хорошо. Мимо оба раза. Так, давайте Energy Tank все-таки выпьем, потому что мне скоро придет Габелла. Просто как-то вот очень сильно он бьется. Да что ж я неправильно прыгаю-то, а? Черт, туплю-то, а? Как так можно тупить? Мне кажется, все-таки все равно придется перезагрузиться, даже с Energy Tank'ами. Потому что слишком так тупить нельзя тоже. Сосредоточиться надо. Только что сказал, что вроде бы привык к игре. И сразу же опровергаю это все.
Да, ребята, слишком много хп он отнимает. Ладно, следующая попытка будет точно удачной. Хорошо, приступаем к этому безжалостному убийце под названием Желтый Дьявол. Так, стараемся, стараемся, не нервничаем. Сосредоточились. Сосредоточились. Ага. Давай. Есть. Черт, пропустил один удар ниже пояса. Не успел два раза, ладно. А я вот думаю, можно реально тут вообще успеть два раза или нет? Ну хотя бы тут не надо делать таких, блин, отточенных прыжков аса вообще. Мастеровитых прыжков, чтобы успеть увернуться от кусков. Так. Так, надо выпить Energy Tank. Так, стоп. Есть. И возвращаемся. Главное, и экономнее как-то его стараться надо пользовать. Успел два раза, отлично. Все, я думаю, скоро его должен убить я. Так, аккуратно. Да, конечно, в первой части он был гораздо сложнее. Нет, не успел добить. Так, может быть, еще использовать. Блин, я сейчас умру и все. Давайте сохранюсь на всякий случай. Блин, я же умру сейчас. Нет. Короче, ребят, как бы мне этого не хотелось, приходится использовать Energy Tank, потому что я не могу вернуться от остатков с того, что он попадает по нам. И это, конечно же, ХП отнимает просто море. Ну и убили наконец-то его. Фух, блин, зараза, капец. Ладно, справились кое-как с этим желтым отродьем. Конечно, мне не понравилось, как я с ним справился. Тем более, что я использовал сейфстет в такой критический момент. Блин, глупо. Ничего не скажу. Так, а почему-то не пополнились наши силы, да? Ну ладно, если что, сможем пополнить их после. Еще немножко давайте с вами поиграем. И скоро закончим. Блин, хватит. Да зараза, меня это так бесит, блин. Не представляете, ребят. Ладно. Не, серьезно. Меня такие моменты ужасно раздражают. Это же, в принципе, несложные моменты игры, да? Но когда вот так вот такая фигня творится, блин, слов просто моих нету. Вот серьезно вам говорю. Так, ладно. Надо перестать нервничать. Это кажется, я снова потеряю кайф от прохождения. Серьезно вам говорю. Так, кулак. Аккуратно. Опять эта тварь меня сейчас скинет. Хорошо. Так, отойди от меня. Так, и нам надо еще пополнить, наверное, прыжок наш. Мне кажется, он нам может здорово пригодиться в будущем. Так, дальше. Переключаемся на наше стандартное оружие, на наш бластер. И просто идем наверх, цепляясь за... Хорошо, в принципе, ладно. Бонусы есть, все, в принципе, есть. Особо переживать не надо за то, что мы так часто тратим Energy Tank. Просто хотелось бы как можно больше их оставить к финальному боссу, потому что я думаю, что Вайли в этот раз окажется еще сложнее, чем он был в предыдущих двух частях. Так. Вот по-любому дырка сейчас какая-то здесь будет, да? Так. Ай. Ну как? Я сейчас упаду и все, блин, зараза. А, нормально. Ага, хитро. Есть. Так, аккуратно. Так, а наверху какая-то странная местность. Я думал, туда как-то можно попасть, видимо, нет. А, здесь тоже была лампа, и куда-то она пусть потом пропала, ладно. Не буду особо придираться. Так, возьмем, пожалуй, вот эту штуку. Почему мне кажется, что я сейчас свалюсь нафиг в дырку? Вот реально такое ощущение. Так, а, обратно я не могу попасть, да? Так, стоп, а могу я как-то наверх выстрелить? Нидлманом или кем бы там ни было. Так. Кем бы так запустить сюда наверх, чтобы убить эту лампу? О!
Сюрикен таки пригодился, да. Мне в комментариях сказали, что это сюрикен, а не щурикен. Я так сомневался долго. Так, блин, я думал, сейчас, если честно, полезут со стен вот эти вот штуки вылезающие, от которых надо быстро убегать. Нет, 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 нет. Ах, ну я не умею от этих роботов уворачиваться. Конечно, конечно, ребята. Ну пошли вы, заразы-то, а. Как вы меня раздражаете, а. Слов моих нету просто на вас. Оу, знаете что? В пробной попытке Баки О'Хейр была похожая стадия. Знаете, меня, если честно, пугает очень сильно баг. Вот этот вот глюк, в котором часть вот этих вот кольев прямо на этих платформах обитает. Так, ну, к счастью, это действительно баг. Так, 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 так. Так, в принципе, не должно быть это сложно. Но, если честно, мне нравятся такие вот оригинальные моменты в играх. Что, здесь нету босс-бетева? Думал, робот здесь сейчас какой-то будет. Это 100% просто. Так, сколько же еще интересно стадии доктора Вайли нам предстоит? Ну, я думаю, эту пройдем. И на сегодня, ребята, закончим с Мегаменом. Но я надеюсь, что завтра, несмотря на то, что воскресенье, я не должен делать себе отдыха и должен записать какой-нибудь летсплейчик. Жизнь. Жизнь. Две жизни. Классно, хорошо. А вот чекпоинт бы мне не помешал. Которого, конечно же, не будет. Оу. Так, 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 так. Сохранились. Три Мегамена! Ой, то ё-моё! Я дерусь сам с собой. Стоять. Ять. Чекпоинта нету? Чекпоинта нету, да? Тогда я перезагружусь. Оу, я увернулся от роботов. Я крутой перец. Второй раз, конечно же, не получилось. Ну давайте еще, блин, о чем мне. Ну ладно, что вам показывать этот момент еще раз? Правда ведь? Ладно, все, сейчас вернусь тогда от трех Мегаменов. Жесть. Итак, я снова здесь, ребята. Согласитесь, очень уникальная. Очень уникальный босс, если это можно назвать боссом. Троих Мегаменов. Так, я пополняю нарджетенком жизни. Я понял, ребята, что на них работает топмен. То есть я их могу убить топменом. Так, 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 неудачно как-то вышло. Стоп, только я не пойму, как это делать. Так, 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 так. Зараза. Есть, один раз попал, но так этого мало. Немало? Я его убил. Черт, я думал, если честно, что я уже труп, и мне придется просто перезаписывать эту часть. А то, что я говорил только что, останется за кадром. Но каким-то чудом я сейчас нанес кучу повреждений этим трем Мегаменам. Блин, уникально ведь, согласитесь. Чертовски прикольный момент. Так, давайте пополним Раша. И еще пополним... что нам может пригодиться? Вот эти вот штуки мне нравятся. Так, и давайте, пожалуй... Еще на парочку пополним Rush Jet. О, конечно, повезло мне, что я так справился с этими тремя Мегаменами, потому что, чувствую, босс должен был быть достаточно неприятным, достаточно сложным. Так, ну что, ребята, давайте сохранимся. Я вот тут спрячусь за трубами, чтобы меня никто не нашел, никто меня не съел и никто меня не убил. Вот. И на этом, ребята, с вами попрощаюсь. Спасибо вам всем, что смотрели этот эпизод. Надеюсь, что вы будете со мной и дальше. Опять же, извините, что такой перерыв большой получился. Вот, но опять же, я же говорю, есть дела поважнее летсплеев. И все-таки ждите, когда у меня нормализуется режим. Я действительно буду записывать столько видео, сколько смогу. Да и сейчас записываю столько, сколько смогу, просто получается не очень. Вот, но на этом все, друзья. Оставайтесь на линии, дальше будет только интересней.